занимать. Тебе должно быть похуй, кто что хочет, понимаешь? Красный такой тупой. Стресс. Друзья, я начал стрим. О, окей, ссылку дай. Сейчас. И, наверное, блядь, ему дали... Я скину на этот, на стрим везде ссылку. Будет миллион зрителей. Сейчас. Хороший лайк. Не, Лейла, я базарю, ваш клан будет знаменитым. Дай, да, Кал? Чё? Вы все про обезьян будут говорить? Да. Гори, блядь. Гори. Такой смешной X на Гори. When the X can't X. Давайте кого-то тоже выгоним. Давайте Джонни нахуй с карты. 5 на 5 поиграем. Нет. Далее, погнали, далее. Давай, Джонни, выливай. Ливай, выходи. Да нет. Out, please, Джонни. Ой, я забил делит. Сейчас сделаю. Счет 1-0. Вас в один. Смок убил. Плакали. Нет. Все. Бля, чел все ловит. Потом. Видите, а у тебя смока. Вижу. Смок и ваншот. Хорош, это кто там такой писю дал? Да. Я. Это я кибер. Рамзик. Это было... Ну, я сказал. Дайте по смоке, помогите. Это я слил смоку украл. Все, тихо. Направо. Смолчи. Фокус давай. Но дэмиджу его. Релейт у тебя ДДш. Нет. Скажите, скажите их смоководу, что у него нет урона. Окей. А как я им скажу, я по-английски не знаю. Но дамаги. А напишите, слышишь, релейт напишите, что по-английски знаешь. У кого? Смоковода, напиши смоки, но дэмидж. Бля, это нельзя, такой тупой, что зажигает стрельба. Или Джонни, право, 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 да, я заберу. Или Джонни, ты напиши, ты что по-английски знаешь? Я выливу. Что можешь написать? Дашку оставь, Дашку оставь. Ну, Рамазан. Краус! Ебать. Только не снимай это, Балс. Иди, иди, да я сниму. Техникал пауз не может. Они дебилы, чё? Слышишь, релайт, напиши им, что вы сейчас не можете техническая пауза берется только типа перед раундом, не во время игры. Да, скажи им так. Они дебилы, блядь. Первый раз в киберспорт играют. Гори. Гори. Гори легендарный. Хейтер, да, твой? Ну да. Yes. Я его убил. Рамазан полетел на ножках на тёмно. Before I go... Вонючка! Рамазан, не говори так. Смока у них не тает. Смока в минус. А, 73. Не, не понимаю. Хорош, хорош. Они будут сетап играть? Будут, я думаю. Они сетап не будут играть, блядь. Сетап будет, блядь, 10-0. Видите, скидку видите. Витя, ну, рот не топил. Ира. Ропс. Я сам тебя запил. Пиз его, пиз его. Он косой, запинь там на это. Напишите так, сейчас вам покажу. Витя, ты в упор машешь. Подожди. Лавлейс, лавлейс, лавлейс. Что, 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 что? Кэп, кэп, кэп. Что написать? О май гад. Замолчи. Чё я написал в сервер, что им надо написать. А, окей, сейчас напишу. Окей, сейчас напишу. Так. Скопировать. Нет. Всё, им отправил. А, так, релейт это тот, почти то же самое написал. Чисть, Джоник, надо давать рельсы, блядь. Даёшь какие-то женские, блядь. Блядь. Хороший. Джонни, бедный. Да, стараюсь. Джонни, наша темная лошадка, нахуй. Я не могу верить, как такие дебилы. Это Рамазан темная лошадка. Да. Don't stress. Рамазан, ты будешь командировать нам, или как это?
Командовать. Командовать, Витя, тупой лошадь. У нас есть, блядь, трансляция, да? Где, на Ютубе? Да. Ну, сказал. А сейчас чекнул на Ютубе. Мы говорили, да. Стрём-то. Нет, нету трансляции. Нету, блядь, сука. Don't translation. Это не translation, это лайвстрим, сука. Translation. Translation это типа, блядь. Это типа, блядь, когда переводить. На, Витя. С русского на английский, это translation. Жрира. What the fuck? О, блядь. What the fuck, Миша, молодой топак. А если писать сейчас what the fuck, говорить, типа, не будет это так? Знаете ли, что хорошо? Знаете ли, что это хорошо тут в матче? Потому что они втроих взяли еще Хантера, это им поможет много. Бим, смотри. Раус, ты петик. Че? Смолчи, Раус. Давай ты. Залезай. Лакни у меня. Оп. Блядь. Этот Хантер. Смотри, что они друг друга. Пишут, что против вас играют три игрока. Так а нахуя написать, если они сами вышли во время катки? Это нам вроде нормально. Нам вроде нормально. Куда он, Краус? А чё Краус сделал? Отдай. А чё Краус сделал? Ты чат чек. А, чат? Я вас... Тут он какой-то китайский. А, да, нам вроде нормально. Почему не пишут, что против вас играют? А что нам написать? Скажи ему тоже, что они спросили, блядь, за тех пауз, блядь, в другом раунде, когда начал. Похуй. Начал? Ну, уже был начал второй раунд, и они начал спросили. Начал, кончал? Начал. Малкис, почему не пишете, что против вас играют три игрока? Надо было написать, а мы по-другому не умеем. Всё. Мы играем по тактике Final Station. Только мистер Ванька мне песня, он на каждом стриме говорит тактика Final Stage, мистер Ванька. Мистер Ванкер. Не, он ты какой у него лоб огромный, мистер Ванки. Спектатор один на один, блядь, и его должны, блядь, слить в жизни. Если честно. Вернут в его Индию и пока. А, окей, сейчас напишу. Краус! Джонни Кик с кланом, раз. Сори. Все, окей, бро. Нет, давай. Не убьешь. Я неплохо тебя достал. Лучший игрок, сквозная рельса. Unbeatable. I am invincible. Unchickable. Ну это Краус Карлайда, да? Нет, это песня Корнеля. Корнель Катарабыч. Который говорил, что это броню ты кусал и после того, как сюда ты знаете... I am invincible. Знаете ли Корнел Катарау, мой брат-хамстер? Нет, Краус, бля. Корнел Катарау, Корнель это друг Джонни, кстати. Они не молдаване оба. Не, он не мой. Корнел Катарау, хамстер. Хамстер. Лучший хамстер, реально. Он взял импульсов, знаешь? Он красивый, да? Как они так упадают в минус? Это чё? Витя. Чё? Мы же их убьете в этих сетапах. Ну посмотрим, вдруг отдать будет. Я буду на кафе не блядь. Замена соперника. Почему замена соперника? А, понятно. Бля, у нас... У меня нету времени играть, блядь. Ещё. Скажи ему, закончим этот матч и пока. Это... Зачем эти клоуны? Это, бля, это не наш проблем, если они убегали, когда мы их ебали. Это клоуны, они тебя отстраняют под Алексиком. Нет. Да? Нахуй. Скажи, блядь, нахуй вы им допускать, забаньте нахуй. Ну, брат, если у меня не был чат-бан, написал бы им. Я написал, чекайте, зачем эти клоуны черкают карты и форматы и сами получают ТП. Чекай, я написал, зачем эти клоуны... Йо, стрим, я стримил Бирфейс, пока, блядь, сука, давай скажи ему, завтра будет матч. Чтобы матч переносил на завтра. Будет угарно, если мне сейчас реальное настроение дадут или предупреждение какое-то там за эти клоуны. С-
Скажи, что у нас сегодня нет игроков после этого матча, и чтобы переносил на завтра. Так, а какая разница, они все равно не пере... Сейчас будет игра. Не, ну у меня нет времени много. У меня, блядь, 30 минут еще. Ну мы ничего не сделаем, типа, хз бы никак не принесем. Спроси. Да. Да нормально, я могу сколько играть. А, можно перенести игру... Да не, пофиг, если что, Краус играет. Завтра у нас... А, в чем прикол? Завтра по-любому не сможем, потому что завтра еще один этап, типа, по-любому никак. He'll be back in few minutes. Блядь. Зертик, как у тебя там спинку? Зертик. Хоп. Боже, какие же судьи клоуны. Ну да, реально клоуны. Не, будем писать на атом, на танк спорте, все. Зертик, исправь, ну, своим пин. Животные, блядь. Нельзя, блин, зайти раньше, написать, чтобы времени меньше тратилось. Нет, это заходить под конец раунда. Плюс, бля, я не ещё, я не пошёл пит, блядь, на партии для матча, сука. Напиши это Маркусу, или кто там. Для здоровья, понял. Питбайк? А? What the fuck, пит? Питбайк? What the fuck? Виктори, вау. Виктори, пока. Дон стресс. И что нам сейчас судья интерес скажет? Да мы вообще сейчас делаем. Зертик, ты с браузера играешь или у тебя клиент? What the fuck? Я написал в этом. А кто нас вышел? Алло, куда вышел? Кто нас вышел? А у нас релайт вышел. Какой ТП нам заменяет противника? Да они слабые. Мы сейчас против других поиграем, да? Да. Слышишь, Рамазан, спроси, знаю, спроси в танке спорт дискорде, упомяни там судей. Спроси, что делать. Расскажите спроси, ситуацию. Спроси, чтобы перенести... А, подожди, мы играем первый раунд. Их было 6, потом 5. Во втором раунде на 8 минуте... На восьмой минуте раунда они выходят и говорят тех пауза. Мы им говорим, что во время раунда нельзя просить тех паузу. Поэтому мы доигрывали. Все, я написал. Мы играем против... Все, нам заменили, мы играем против Феникса. Я понял. Когда? Сейчас? Да, сейчас. А, блядь, сука. Черкай, Феникс. Фастом, Колько. What the fuck? А такая карта фарма, да? Клан, New Clan, там, короче, Destroy Stee, Silver Shark, Mature, Феникс, Heaven. Закроем. Давай кунгур хочу, кунгур, либо барду. Кунгур, либо барду. Ну сейчас он начнет, он зайдет. Чёрный, не подлизывайся ко мне. Это моя карта. А ты мразь, и тебе распору. Рамос подлизал грязненький. Чё, Нина, ничего не писали? Чё он пишет, чё он написал? Перевод фаст. О, судья. Левелас, что написал? Я откуда знаю, по-английски 2. Да, все по-английски. Translate. Джо не знает, как я в КС-ке по-английски разговариваю. Краус, is that your child? Он спросил, блядь, если это твой компьютер, когда у тебя, блядь, было 5 лет. Ну, типа, провоцирует. Чего было, блядь? Провоцирует, блядь, твой компьютер. Провоцирует твой компьютер. Да, реально. То, что лагает? Или чё? Ну, я хуй знаю, потому что... Они дебилы, бро. Бля, они всё живут в Индии, это цыганы. Короче, тихо, они пик... Я, короче, врубаю демку. Они пикнули лайт, чекайте черкание. А почему они не играют под наше черкание, блядь, ёбаный рот? Мы же черкнули. Они новые. Выбери медиум. Это на пен. Да, помните, вот. Он выбрал.
все, очень страшно соперника. Все, он черкает. Сейчас будем черкать. Смотри, демку, Рамс. Сначала он? Ну ты. А, он хозяин, Рамс, привет. Давай, у нас новый матч, да? Че? Припью, черкай. Да сейчас он черкает, тупой, что ли? Ты что, спрашиваешь? Нас есть 6 без меня. Да, да. Нет. Да, мы все тут. Диего придет через 2 минуты. Зертика лагает. Блядь. Я тоже, тоже должен идти, блядь. Ну, не наши проблемы. Скажи это Маркусу, блядь, что не хочет. У нас Бёрдален в 9 придет, Бёрдален в 9 придет. Слышишь, Балса, до 9 жди, у нас Бёрдален в 9 придет. До 9 сиди. Ну, Винни начнет вот, играть до того. 25 минут еще, будь и все, 25 минут. 25 минут? Да, да, буду. Ок. На карта есть люди? Нет, мы, я короче черкаю заново, чекай демку, мы сейчас будем заново черкать. Заново. Мы, у нас другие противники. Вот я черкаю. Ган, сука, ган, сука. Мы думаем. Суть я. Клоуны, быстрее, боже. Минус Форест, да? Нет, минус Редик. Минус Редик. Какой Редик? Потом трипьют. Потом трипьют черкать. Нет, трипьют у нас нормально, я тебе говорю, я Форест уберу. Нет. Они трипьют сами уберут, ну, да? Трипьют опять. Хорошо, не кричи на меня. Трипьют, блин. Чем мне игры написали? Ну... Они подожди, не пиши им ничего. Минус мосты, да, он сделал, но я минус... Минус Форест. Я трибют уберу следующим пейком. Да я следующим пейком уберу, ты дебил? И все, видишь, у нас... Наши две карты остались просто. Все, им хана. Черкани трибют, да. Либо... Любую карту он черкает. Да, все, так, так в чем прикол, да. Любую карту он черкает, наши две карты останется. Стри черкает, это черт. Мы на парму пойдем снова, смотри. Не, я хочу кунгур. Или ты не хочешь кунгур? Не знаю, я парму хочу. Сейчас, погоди. А чё, а он кунгур черканул, он меня стрибил. Всё, парму играем. У них есть на это право. Нет. Ладно, не буду грязаться с ним дауном. Так, ваша очередь черкать. Чё, минус что? Минус трибью, так... не, минус ран. Минус ран. Релей, ты тут? Ты же мне говорил, давай, говори мне, что черкать. Давай, говори, что черкать. Ну, сейчас, они... это я ран забанил, сейчас они банят. Да. Как же мне бесит, когда вот это вот меняют, блин, ну... Зачем эти клоуны вообще черкали, если вот так вот, блядь? Хочешь время написать? Я ламповая няша. Мур-мур-мур-мур. Что там, Витя, на какую карту мы вышли? На этот. Я отхотел. Парму.